What's the Torah portion today called? Matsora, referring to lepers, leprosy, and the like. But before we jump into that, I want to show you how amazing your dad is. Your father, the one in heaven, you know? The one that made the heavens and made the earth. I have this man-made satellite traveling over the earth. И как называется Тору сегодня? Масора. И это говорится о прокаженных, о прокаженных. Перед тем, как мы запрыгнем в это, я хочу показать вам, как какой великолепен ваш отец на небесах, который создал небо и землю. У меня есть здесь спутник, который летит над планетой Землей. Насколько нужно умным математикам, чтобы сделать вот такую штучку? Я даже не знаю, как мой телефон работает. Как я могу отсюда говорить с кем-то с Индии на телефоне и мгновенно могу с ними общаться? Вы думали, как? Кто-то из вас ставил спутник в космосе? Я не математик, я не ученый, но я только знаю обычные вещи. Но я могу сказать вам одно, что когда Бог наш, когда создавал все, Он знал математику. Вы думаете, Бог хороший математик? Самый лучший ученый? Я хочу вам сказать, любое, что мы знаем, это как бы садик для Бога. И что хочу вам показать, это что как даже в обычной математике, какой великий наш Бог есть. Знаете, атеист, нету такого в реальности вот человека атеиста. Кто из вас смотрел на номер 3 умножить? Это значит 3 умножить на 3. Равняется сколько? 9. А если 2 умножить на 2 умножить на 2 3 раза? Это будет 8. Хорошо. И вот что я говорю, когда я говорю о умножении. Это когда номер умножается на себя, на свой же номер. Если вы посмотрите, то у нас есть номер 8 и 9. Мой вопрос к вам. Есть какой-либо номер? Номер, который... Можете вы думать, какой... Сколько 5 умножить на 5? Это 25. А 4 умножить на 3 раза? Это 64. Смотрите, как далеко от друг друга они. Куча номеров между ними. Есть ли какой номер, где... И ответ на этот вопрос, что я хочу два номера, где один умножит дважды, а другой номер трижды. Но есть другой... Есть ли номер между ними? Давайте посмотрим на нашего Отца в небесах. И здесь... И Бог сказал, да будет свет. И стал свет. И у нас есть слово «Да будет свет». Яхиор. Яхиор. Скажите «Дихаиор». Яхиор. Да будет свет.
Яхайор, и встал свет. Теперь я хочу показать вам что-то. Так как в римских номерах D4 это V, и в еврейском то же самое. Первое слово номер 20, второе слово 6, а третье слово 1. Если вы все эти добавите, то будет 27. И Юд это 10, и это 20, равняется 25. Есть ли номер между 27 и 25? Да, это есть 26, номер 26. Здесь у нас Яхиор, 25 это умножение, а 27 это умножение 3 на 3 на 3. И посередине у нас 26. Это 5 дважды, а 27 это 3 трижды. Это есть номер Юхивави. 1 Иоанна. 1 Иоанна, и здесь говорю, что Бог есть свет. И здесь, где любая, которую математика можно, даже по математике можем увидеть, что 26 это единственный номер во всем, во всех номерах, это есть имя Бога. И по правой и по левой стороне говорит, да будет свет. И вот и стал свет. И потом говорится, что нету тьмы в нем. Что мы будем говорить? Это мы будем говорить о вашей перспективе. Но тьма может говорить о моральной тьме тоже. А свет это и есть правда. И мы знаем это. И мы будем о них говорить и как бы... Давайте идем к вашим нотам. Левит, 14 глава, 1 по 4 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокажении». И он говорил... И здесь он говорится, что ты не можешь быть очищенный, пока ты не исцелен. Ты должен сначала быть исцелен, а потом очищен. И сказал Господь, говоря, вот закон о прокаженном, когда наберет очищение, приведено его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух. И заметьте, что то, что прокаженный только когда прокаженный исцелился, то тогда он может быть очищен. Двух птиц живых, чистых, кедровое дерево, червленную нить и иссопа. Так что мы здесь видим, только когда он исцелен, он может быть очищен. И здесь мы видим, что священник... Это не как бы... Так что мы не делаем эти вещи, чтобы исцелить кого-то, но мы это делаем после, когда они исцелились, чтобы очистить их, чтобы они могли войти обратно в стан. И говорит, прикаженный священник заколоет одну птицу над глиной сосудом, над живой водой. Так что я вижу здесь у меня вода, здесь у меня глиняный сосуд, и они берут птицу, убивают под этой живой водой, а вторая вода, которая живая, вторая птица, которая живая, они берут эту веревочку и макают их в эту кровь, и они потом его отпускают в поле. И он, наверное, никогда не возвращается. И что мы видим здесь? Прикаженный священник заколоет одну птицу над длинным сосудом, над живой водой, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп,
и омочит их, и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой. И теперь мы читаем. И он их окропит его 7 раз, и он говорит: «Ты чист». И отпустит птицу. И тому, который надо очиститься, должен помыть все свои вещи, сбрить свою голову, и он может войти обратно в стан. В 11 стихе. «Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом ухода скинии собрания». И здесь интересно, что он приходит перед Богом и говорит, что Бог должен проверить, убедиться, что он чист. Но прокажение в Библии не имеет ничего иметь в виду с тем прокажением, которое происходит сегодня. Потому что это прокажение как бы внутренняя болезнь, которая выходит наружу. Это есть духовная болезнь. Ничего не имеет это отношение к... Потому что мы знаем, что никакие из этих вещей исцеляет духовное прокажение. Но мы знаем, почему... И мы знаем, что это к нам ничего не отходится, не относится к духовному. Это не духовное прокажение, потому что это прокажение могло и быть на домах, на вещах. И теперь вы помните, что и когда вы говорите, всегда говорите плохое, всегда негодуете, то вы, в Библии это было прокаженные люди, наказание было за... И возьмет священник крови из жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И кто помнит, где еще это происходит? Где они ставят кровь на конечник уха или на конечник пальца? Это когда священники были помазаны. У них то же самое происходило. И смысл, чтобы могли слышать Слово Божие, и чтобы ваши дела были по Слову Божьему, и ваше хождение было по Слову Божьему. Но смотрите на прокажение дома. Когда они сказали, что Бог просто нас вывел, чтобы убить нас, это было очень негативное такое зрение. Но давайте посмотрим на 33 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, куда войдете в землю ханаанскую? Они только заходят в землю, которую я даю вам во владение, и я наведу язвы проказы». И заметьте, что это Бог, который наводит язву. Это Бог говорит, что ты получишь язву, и ты ничего не сможешь это сделать. Еврейское слово на язву – это нога. «Я наведу язву проказу над домы». И здесь Бог ставит язву на дома или на камни дома. Потому что очень много плохой речи в доме этом. Так что он ставит эту язву на пару этих камней. «В земле владея вашего». Тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: «У меня на доме показалась какая бы язва». И смотрите, что священник говорит. Первые слова, которые он говорит. «Священник прикажет опорожник дом,
Прежде нежели войти, священник осматривает язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме, после сего придите. Какие из вас практически, перед тем, как я все передвину, может, вы пойдете проверьте, а потом, может, если вы найдете что-то, я вытащу все. Потому что если он придет и скажет, что язва, то он все, что будет в доме, будет под язвой. А так, если вы вытащите все из дома, то только будет дом, как бы, им будет иметь язву, а ваши вещи все будут сохранены. И как священник должен узнать, что в доме есть язва? Сейчас я посмотрю, где я сейчас, в своих нотах. Что, я думаю, очень интересно, что когда мы идем на следующий стих здесь. И после священник придет, осматривает дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоится из льняных, то если он найдет язву, то он приходит к двери, он закрывает дверь на 7 дней. На 7-й день он приходит. Если язва распространилась на стенах дома, то священник прикажет выломать камни, на которые язва, и бросить их вне города на месте нечистого. Здесь священник говорит, на 7 дней вытащи все свои вещи. И все ваши вещи на 7 дней на улице. И все будут видеть ваши вещи. И дождь может пойти. И все смотрят. И когда он смотрит и видит, что там язва, то они берут эти камни и выкидывают их и ставят новые камни. И здесь очень маленькая деталь, но она великая деталь. Важная деталь. Что происходит, что все камни, которые выброшены, и если мы вспомним, что Божий дом, где не остался дом, камень на камне, потому что его дом был загрязнен, и проказа была везде, и так что Бог каждый камень вынес из своего дома, что не остался камня на камне. И прочитайте, теперь мы идем, значит, 42 стих. Что им делать, если весь дом прокаженный? И возьмут другие камни и вставят всех, и возьмут другие обмазки, обмажут дом. И посмотрим 1 Петра, 2 глава, 4 стих. Приступая к нему, камню живому, человеками, отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устоялись из себя дом духовный, священного святого, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Христа. Если Бог видит нас, как камни в Его церкви, если мы плохо говорим, то мы должны остерегаться, как мы разговариваем, чтобы Бог нас не взял нас и не выкинул нас из своего дома. Если мы смотрим, сначала дом его проказа, язва находит на дом, потом на его вещи, а потом он сам становится прокаженным. И теперь, номер один. Тора учит здесь хороший урок. Здесь Тора говорит, что это не язва, пока священник не говорит, что это язва. И это нам показывает, что нам нужно в смирении быть, в смирении сказать, что мы не знаем. Много раз, что мы не знаем. Я хочу вам сказать, что многие пастыря и много учителя всегда имеют какой-то ответ. Но я люблю говорить, когда что я не знаю, или когда я что-то не знаю, то я говорю, я не знаю. Потому что есть много чего я не знаю. И второе. Так как священник единственный, который может сказать, если дом прокаженный,
sudden, all of your possessions are out for a whole week, and everybody sees that you were lying. You just didn't want to share your tools. Or you didn't want to share the things that you have. That's the other embarrassing thing. But let's look at Leviticus 14, 43 through 45. Еще одно, что когда вы выносите все свои вещи неделю, на неделю вы вынесете свои вещи, если ваш близкий придет и скажет, можете, если ваш близкий попросил вас, можешь мне дать лопату или что-то, и ты сказал, у меня нету, а потом, когда ты вытащил все свои вещи на улицу, и он увидел, что у тебя есть лопата, то все твое как бы вышло наружу, твоя ложь. Если опять язва появилась и будет цветить на доме после того, как выломанные камни и оскорбили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме. Нечист он, должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистого. Как мы знаем, что мы не только живые камни, но мы также священство Божие, Его дом, Церковь Божья. И здесь давайте подумаем, где проказа в нашем доме, или на каких камнях в нашем доме проказа. И это все в нашей речи, как мы общаемся. И вот представьте себе, если вы прокажены, вы не можете быть в городе. Когда вы прокажены, вы не вне города, и приходит сирийская армия, и это хочет атаковать Израиль. Вы не можете заходить в город, потому что вы прокажены, вы не можете бежать к врагам, потому что они вас убьют. И вот что они, эти четыре человека прокаженных, решили. И здесь... И сказал Елисей, выслушай слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей по сиклу и две меры ячменя по сиклу у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которой царь опирался, человеку Божьему, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тоже может ли это было быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Теперь читаем. Царство, 7 глава, 3-4. Четыре человека прокаженных находились при входе в врата и говорили они друг другу. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, а мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский, если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ничего, ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышалось стук колесниц и ржание коней, шум воска большего, и сказали они друг другу, верно, наняли против нас царь израильский, царей хитейский и египетский, чтобы пойти на нас. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одержали, и пошли, и спрятали. После еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем день сей день радости вести. Если мы замедлили и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на вас вина. Пойдет же и уведомим дом шаст царский. И пришли и позвали пристанников городских и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как бы им.
взял две пары коней, запряженные в колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказал: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот взяли другую усталана, одеждами и вещами, которые побросили сириане, и приторопливо поберили свои. И мораль истории: если что-то Бог говорит, оно произойдет. Но вся история прокаженных – это интересная история. И с этим давайте встанем. Мы закроем молитвой. У нас будет перерыв. Внизу есть пища. И у нас будет прославление. И придем обратно и запрыгнем в Новый Завет. Господи, мы Тебя благодарим, что Ты можешь открывать наши глаза к правде. Только Ты, Отец. Мы знаем, что есть много неправды, неправильной молвы. Я просто молюсь, что мы возлюбили Твое Слово и возлюбили Тебя. Я молюсь за тех, которые хотят быть светом для этого мира и хотят, чтобы Твой свет был распространен на весь этот мир. Father, we truly do want to enter into that holy of holy place where we can be in close communion with you, our not only our Father, but you are our King. We just thank you so much to be able to be subjects of your kingdom. You not only are the great King, you're the great Shepherd, the Shepherd of all of our souls. Сейчас мы истинно хотим зайти в это святое святые, где мы можем находиться в общении с Тобой. Потому что ты не только наш Отец, но Ты есть наш Царь. Мы Тебя благодарим, что мы можем быть Твои подчиненные в Твоем Царстве. Ты не только великий Царь, но и великий Пастырь. Пастырь наших душ. И, Отец, мы хотим принести Твоих детей перед Тобой, которым мы хотим, чтобы они были исцелены физически, духовно, эмоционально, физически. Что бы это ни было, Господь, прикоснись к Твоим людям. Мы знаем, что нравится врагу атаковать те, которые ослаблены или одиноки. Но мы просим, Отец, чтобы укрепил своих детей и морально, и духовно. И также молимся за те, которые нуждаются в финансах, чтобы ты открыл небеса. Кому нужна работа, может, кто-то живет в машине или нуждается в доме, в финансах, в еде. Что бы это ни было, Господь, мы молимся за них. Если ты хочешь, чтобы мы помогли им, то мы хотим и помочь, Отец. И, Господь, мы хотим поднять наших лидеров, национальных лидеров, чтобы Ты их благословил, дал им мудрости. Мы молимся за всех, Господь, чтобы наша нация была нацией не козлов, а овцов, овец, Господь. Say this.
Мы тебя просим, благослови евреев, как, когда они входят в этот, эту неделю Пасхи. Дай их лидерам мудрости и верни их людей, сердца людей к тебе. Аминь. Вы можете присесть. Благодарю вас. Одно из вещей, которые нам нравится делать, это благодарить тех, которые смотрят. Многие из людей, которые вокруг Штатов Америки, говорят, что у них некуда идти, и они смотрят наши премьер эфир, и мы... И сейчас у нас 45 штатов смотрят нас сейчас. Некоторые из наций, которые смотрят нас, это Круэсия, Южная Африка, Сведен, Австралия, Индия, Израиль, Нигерия, Ирак и Канада. Поаплодируем их. Сегодня большая проблема это, что многие люди сегодня чувствуют себя одиноки в этом мире. Даже когда ты в обществе, ты можешь быть одиноким, потому что ты никого не знаешь. И мы хотим сказать всем, что вы не одиноки, вы часть нашей большой семьи. И теперь мы можем углубляться в Новый Завет, в Евангелие, и мы хотим очень углубиться. Я хочу начать с перспективой. Сколько из нас, каждый из нас имеет разные перспективы на жизнь. Иногда рабочий и работодатель имеют разные перспективы или точки зрения. Мы должны быть открыты других точки зрения. Мы не знаем все. И мы понимаем, что чем больше мы знаем, чем больше мы понимаем, что как мало мы знаем. Это когда мы запрыгиваем в бассейн и запрыгиваем в океан, то разница очень большая. Я хочу чуть-чуть экзамен сделать, сделать это интересно. Я покажу вам здесь фотографию на секунду, я потом закрою. Я хочу, чтобы вы мне рассказали с вашей перспективы, что вы видите, или с вашей точки зрения. Будем быстро. Он не работает. Хорошо. Давайте еще раз. Ну, посмотрите, это реально люди. Я с этим игрался в первом потоке. Попробую, если смогу, чтобы она сработала. Она смотрится как еще, но... Ну, когда вы посмотрите, это вообще-то две женщины. И там есть огурцы и парковка. Но если вы посмотрите, она тоже смотрится как Иисус. С разных точки зрения можете видеть две разные вещи. Это странно это или нет? Это же странно. Но все видят мир с других точек зрения, с разных точек зрения. Это все, что я хочу сказать. Мы сейчас будем углубляться в Писание. Я вам дам просто другое точку зрения, чтобы для вас было чуть интересно и что-то новое может быть. И смотрим от Луки, 21 глава, 25 стих. «И будет знамение... Солнце и Луне и в звездах». И откуда это приходит? Это с Бытие 1.14. А на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. И люди говорят о зомбиях или землетрясении. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущие на землю. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущих на облаках. Представьте себе, к
Кто из вас хочет быть здесь, чтобы увидеть это? Грядущий на облаках силой и славой великую. Когда же начнет эти события сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше. Когда мы читаем Откровение 1.14, вот смотрите, вот здесь как было при создании мира, вот так было, темнота, не было никакого света. И смотрите на третий стих. Бог сказал, да будет свет. Он сказал, Яхиор, ве Яхиор, и стал свет. И смотрите, что Бог любит делать. Ему нравится разделять. Говорится здесь, Бог разделил свет от тьмы и назвал Бог светом днем, а ночью, а тьму ночью. Да? Правильно? Но я хочу, чтобы вы знали это. До этого было просто мрак. Не было солнца, не было звезд. В этот момент было только свет или тьма. Свет или тьма. Значит, все было тьма. Бог разделил. И эта сторона свет, а другая сторона тьма. В какой день создал Бог солнце и звезды? На четвертый день. Что это нам говорит? Что было три дня во мраке. Не было ни солнца, ни звезд. Это не было создано до четвертого дня. И здесь мы видим три дня мрака. И исход тоже имеет три дня ночи, где было три дня только мрака. Так же самое, как и в Бытие. И смотрим, что происходит, когда этот... И 19 стих. На четвертый день мы видим, что солнце и звезды были созданы. И когда Моисей простер руку, то стала тьма три дня, и никто не мог видеть друг друга. Но все дети Израиля имели свет. И что это за свет был? И это не был свет, как солнце, но это был свет Торы, Слово Божье. И смотрите его здесь. И теперь в 1 главе 14 стихе пишется, «И да будет свет на небе», и что это было, чтобы разделить день от ночи. Но он уже разделил ночь от дня. Нет, вначале он разделил свет от тьмы, а потом... А теперь он разделяет опять день и ночь, называя их днем и ночью. Но он приносит как бы свечи во тьму или в ночь. И теперь у нас есть все звезды. Бытие 1.14. И он создал их для знамения. Знак, как знаки и знамения. И это, мы видим это на четвертый день было. И он говорит, чтобы они были для разделения года, месяцев и знамений. Вся причина, чтобы создать солнце и звезды, это же для его календаря, чтобы он мог как бы следить за временем. И когда он приносит вот свет во тьму, и он говорит, это чтобы пользовалось для календаря, для моих поставленных времен. Я думаю, это очень интересно, что когда потомство Моисея или Авраама было как звезды, их было количество как звезды.
И Бог повелевает, что там был, чтобы был бы свет, когда мы во тьме. И чтобы он мог говорить нам через свой календарь светов. И что Бог говорит? Он говорит, приди в мой календарь. Как бы. И здесь мы видим, что Тора есть свет. Этот свет, это и свет, который существовал до солнца и света, еще это Иисус. Он был свет до вот этих первых три дня, который не был мрак. Бог был, Иисус был этим светом. Слово Божье было светом. И Бог создал солнце, луну и звезды для своего календаря. И Бог говорит, что Египет это как бы земля мрака. Мрак это духовный мрак или моральный мрак. Бог говорит, этот месяц должен быть. Так что первое повеление, которое Бог говорит Израилю, это было в земле тьмы. И это Бог сказал, Он сказал, заходите в мой календарь, как бы. Теперь идем в Фессалоникийцам, первое с Фессалоникийцам. И здесь мы видим, значит, день это есть свет, а ночь это есть мрак или тьма. И смотрите, что Фессалоникийцам говорит нам. Вы, братья, не во тьме. Что этот день вас как бы наступит на вас как неожиданным. Но мы не сыновья. Он говорит здесь о моральной тьме или свет. И здесь говорится о моральном свете или моральной тьме. И мы должны быть как бы светом в этом мрачном мире, или как в этом мраке мы должны быть светом для этого мира. И теперь он создал свет. И кометы это были как бы знамения. И кто из вас слышал Палмсрук комету пару месяцев назад? Ее первое увидели в констелляции Дрейка. Это как бы дракон. Каждый 71 год. И в следующий раз она будет в апреле 21-го, она будет самая близкая к Солнцу. Я думаю, это интересно, что когда она будет самая близкая, эта комета будет близко к Солнцу, самая близкая. И она называется дьявольская комета. Вот она здесь. Это есть Дрейко или дракон. И это имя исходит из старого имени. Это как бы старый змей. Это дьявольская комета как бы исходит из этого места. И она будет самой близкой к Солнцу во время Пасхи. Я думаю, это интересно. Это интересное знамение. Вот здесь мы в апреле 20-го. И вот 27 апреля. Я буду в Теннесси. Буду в конференции там говорить или проповедовать. Дэнни Бенгиги там тоже будет проповедовать.
Ну вот что я хочу вам показать. Посмотрите Даниила, 7 глава, 13 и 14 стих. Помните первый стих, который мы читали? Это как бы придет с облаками, и это мы в Данииле мы видим, что он приходит в облаках. Нет, подождите. Смотрите, Даниила, 7 глава. «Видел я в ночное видение, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это Иисус приходит с облаками, по которым мы сейчас общали, о котором мы говорили. «Дошел до ветхого днями, и подведение было к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Но он идет с облаками, и Даниил как бы увидел это видение. И смотрите Откровение 1.7. «Сей грядет с облаками, и узрят его всякие око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные». Ей, аминь. И в Лук 21.25, где мы читали первое, здесь тоже говорится, когда он приходит с облаками, на облаках. И теперь идем к Даниилу 10.24. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Это 21 дней. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мясняными и не умашал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тирга». И теперь, перед тем, как я продолжу, сколько из вас знает, что Иран атаковал на Израиль? Это случилось на Шаббат, но в Израиле это случилось в воскресенье, потому что они впереди нас. Я хочу, чтобы вы увидели, это произошло в воскресенье утром по времени Израиля. И теперь я окружил Нисан 24-го. Почему? Идем обратно к Даниилу, книге Даниилу. «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слово твое услышал, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня». Это как бы Иран. 21 день. «Но вот Михаил, один из первых князей, он говорит о небесных ангелах здесь, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, чтобы будет с народами твоими в последнее время, так как видение относится к отдаленным дням». И это он говорит о наших днях сейчас. И если это произошло на 24-го, и он не пил, не ел 21 день, и это как, значит, как минусуем 21 дней, это значит 20, это третий день. Здесь ангел говорит: с самого начала я пытался добраться до тебя. И смотрите здесь, что Иране, министр обороны, что Иран дал всем другим странам 72 часа до того, как они атаковали бы Израиль. Они сказали всем нациям. 72 часа, да? Это есть третий Нисан. Третий месяц Нисан.
А того дня, как ты начал молиться, Даниил, 21 день, Даниил начал молиться на третий день месяца Нисан. Как только Даниил начал молиться, ангел начал воевать против принца Персии. И Михаил должен был воевать против этого, чтобы Гавриил мог бы дойти до Даниила и дать ему ответ. И что говорится в Данииле 10, 20 стих? И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращаюсь, чтобы бороться с князями персидскими. А когда я войду, то вот придет князь к Греции». Впрочем, я возвещу тебе, что начатное в истинном Писании, и нет ничего, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. И вот смотрите здесь. Даниил молится на третье Нисан, что идет война против Персии. Это было планировано. И что интересно, что Иран планировал на третье Нисана, чтобы атаковать Израиль. Эта война началась 72 часа после, когда молился. Сегодня мы вообще-то читаем, мы живем в Даниила 10, 10 глава, пророчество, через которое Даниил говорил, она происходит в наше время. Вот сейчас мы живем в это время. То, что Даниил видел. Мы живем в дни Даниила пророчества. Вот сейчас, прямо сейчас. Вы дети пророчества. Мы это сейчас прочувствуем или проживаем это вот сейчас, в это время. И теперь здесь также говорит. Он говорит: нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила. И смотрите, в Откровении то же самое пророчество. В 12 главе стихи 7 по 10. «И произошла на небесах война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояло и не нашлось уже для них места на небе. И низвергли бы великий дракон, древний змей, называемый дьявол, и сатаною, обольщая всю вселенную, низвергли на земле, и ангелы его низвергнули с ним. И услышав я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Божие нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветящий на них перед Богом нашим день и ночь». Откровение 12 и Даниил 10 говорится про это время, где мы сейчас живем, в это время, которое в истории мы сейчас проживаем. Сформулируйте свои мысли вокруг этого. И теперь мы чуть поменяемся. Мы сейчас повеселимся чуть-чуть. Мы посмотрим больше чуть в Новом Завете. И в Деянии 3:1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Это вообще неправильный перевод. Это не час молитвы, хотя это и есть час молитвы. Смотрите на следующий перевод. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. В час точной молитвы. Здесь есть специфики, специальная молитва, которая происходит в 9 и в 3. Это называется Омида молитва. Омида. Кто не слышал Омида? Все слышали? Вы не слышали?
Вот есть молитва Амида для вас. Давайте я вам расскажу, как великолепна эта молитва. Что Амида? Это значит, чтобы встать. Это стоящая молитва. И смотрите теперь. 9 час, это есть 3 часа дня. Это вечерняя жертва. И смотрите, в 3 главе Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которую носили и сажали каждый день при двери храма, называемым красными, просив милости уходящий в храм. Вот мы видим хромого. Он хочет стоять во время этой молитвы, чтобы стоять. И вот смотрите. И в 4 главе, ибо лет ему было больше 40 лет. Он был старше Иисуса где-то на 7 лет. Это значит, каждый раз, когда Иисус ходил в храм, он видел этого хромого, просящего денег, и он никогда его не исцелил. Каждый раз Иисус входил в храм, он видел этого, который жил там, лежал там 40 лет, и Иисус его никогда не исцелил. Он сказал: «О, увидимся попозже». Это не было только после, когда он уже вознесся, в тот же день. И что мы видим? Эта молитва была написана 500 лет до того, как Иисус еще пришел. Иисус молился эту молитву 3 раза в день. Иисус молился этой молитвой 3 раза в день всю свою жизнь. Здесь есть 18 маленьких молитв. Одна из молитв – это чтобы на исцеление. 3 раза в день. Этот человек молится за исцеление, и Иисус происходит возле него, и он говорит: «Привет, надеюсь, что кто-то тебя исцелит». И вот молитва, которую он Представьте себе, Иисус, Мессия, слышит, он молится этой молитвой и никогда его не исцелил. Ну, каждый еврей хочет вставать во время этой молитвы. Вы смотрите на Деяния 3, 3 глава, 6 стих. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что я имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарета, встань и уходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его стопы и колени, и вскочил, встал и начал ходить». И смотрите, он встал наконец-то после этой молитвы исцеления. И смотрите. «И встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его, ходящий в храм, и хвалили Бога». И все говорили: «Я знаю тебя, видел тебя каждый день, сидевший возле храма». Я бы не удивился, если он исцелился, когда они молились прямо вот этом молитве исцеления. И вот что удивительно. Смотрите, Марка 11, глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте». Когда мы стоим на молитве? Ты стоишь 3 раза в день. И когда стоите на молитве, молитесь этой молитве, прощайте. И в этой молитве тоже мы просим Бога прощения. Это одна из молитв, этих 18 молитв. И Бог говорит: «Почему бы ты не проси этого человека?
Пока ты стоишь, прощайте. И Бог говорит, если хочешь исцеления, то иди, чтобы я тебя просил прощать других. И поймите, эта молитва была написана сотни лет до того, как Иисус родился. Когда Он умер и в могиле, три раза в день, когда Он был в могиле, они молились этой молитвой. Все три дня. И смотрите, есть еще одна здесь молитва. Это называется молитва «Бог». На 30 день, как бы, они против... Ты воскрешаешь мертвых. Ты имеешь силу спасать. Ты спасаешь мертвых с великой милостью. Ты поддерживаешь... Кто как ты, великий Бог? Царь, который умертвляет, воскрешает... Ты истинно воскрешишь. И все это время они говорят, воскреси Иисуса. Три раза в день. Они говорят, воскреси Иисуса, воскреси Иисуса. Вы следите за мной? Так что, что происходит? Что произошло? Я прочитаю это на английском опять. И английский это не самый лучший, конечно же, язык. И вот они молятся, и вот Иисус просто появляется в комнате. Вот здесь говорит. И какое слово на иврите о спасении? Это как бы воскресение. Это как бы И представьте себе, 500 лет они молились, пока они вот молились эту молитву, и они только поняли, вот когда Иисус умер, что они молились за Иисуса, и Он воскресился. Бог Его воскресил. И вот здесь они стоят и молятся. Вот есть еще одна молитва. Иоанна 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из-за опасности от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им. И что Он сказал им? Мир вам! И что интересно, что здесь тоже есть молитва о мире. И когда они закончили молитву, он сказал им, мир вам. Эта молитва, это очень великая молитва. И что потом происходит? Идем к 26 стиху. После 8 дней опять был в доме учеников Его, и Фома был с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, эй, иди сюда. Подай перст твой сюда и посмотри руки твои. Подай руки твои и возложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Это две разные вещи. Вот смотрите теперь дальше. Это Юд Хей Ва. Хей, это значит... Это как Моисей писал имя Иисуса, Господа. И что Иисус делает? Он тоже так стоит и делает вот так движение, как бы смотри на мои руки, смотри...
Так что Иисус говорит, смотрите на мои руки. И Он говорит, ты есть Яхве, ты есть мой Господь и Бог мой. Это вот в старом иврите. Идем дальше. В 15 главе Деяния, 19 стих. Здесь Петр и Павел, посему я полагаю не затруднять обращающих к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавления и крови, и чтобы не делать другими того, что бы не хотят себе. И это не было ничего к спасению. Это было минимальное, минимальное requirement, чтобы люди пришли к Богу. И Павел говорит, давайте не будем кидать на них весь закон. Давайте начнем с самых обычных вещей. И спрашивается, есть вопрос такой, как кушать слона? Мы хотим, чтобы они, знаете, учились потихоньку. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующую его и читающуюся в синагогах каждую субботу. Пусть они приходят, не кидайте на них эти тяжелые весы. Давайте сначала проверьте, чтобы они не делали идолопоклонство или блуд. И пусть они учат остальное чуть попозже, но вначале самое минимальное, как бы. И прыгаем теперь до 21 глава, 17 стих. «По прибытии нашим в Иерусалим, братья радующие приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все приветствовали их. Рассказывали подробно, чтобы сотворили Бог у язычников, слушая его. Они же, выслушав пославшего Бога, и сказали ему, сколько тысяч уверовали иудеев, и все они ревнители закона. Они не говорили, что здесь, все, мы можем просто отложить закон. Да, мы можем все просто убивать друг друга. Нет, оно так не работает. Учишь уступление от Моисеев, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Итак, что же верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел? Многие христиане смотрят на это и думают, что это, что Павел учил вот это, но Павел не об этом учил. И здесь дальше апостолы говорят ему, что делать, как бы дальше. И перед тем, как они должны были эту жертву делать, они должны были срезать свои волосы и принести жертву. Сделай же, чтобы мы скажем тебе, есть у нас 4 человека, имеющие на себе обед, взяв их очистывай с ними и возьми на себе издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышаны ими у тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавления и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистил их с ними, в следующий день вошел в храм и объявил
окончания дней очищения, когда должно быть принесено за когда каждого из них приношение. И они не перестали приносить приношения, не перестали обрезания. Кто из вас слышал об Арине? Это город в Греции. И многие люди говорят, что они там христиане. И многие люди думали, что это были язычники, но это были евреи. И смотрите, что в 17 главе. Братья же немедленно ночью оправили Павла и Силу верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу идейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Здесь мы видим, что Павел не выше Торы, но здесь Тора выше Павла. Смотрите, видите вы ли это, католики, когда вы смотрите на этот город? Но нет, это были евреи, которые изучали Писание. И нам надо осознать, что Библия Не забудьте, завтра в 5 часов хлебопреломления. Или Пасха. Благослови тебя, Господь, и сохрани тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Увидимся завтра вечером.